Здравствуйте, это рубрика «Постскриптум», в студии Анна Дергаусова. Мы продолжаем говорить о лесных пожарах, тема, которая остается невероятно актуальной и волнует жителей не только Ангарска, но и всей Иркутской области. И сегодня у нас в гостях начальник муниципальной службы ГУ ИЧС Алексей Филатов. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Здравствуйте. Что, горит лес? И, в общем, первый вопрос такой, да, все-таки каковы основные причины того, почему, в общем, вот начало пожароопасного периода, да, знаменовалось вот таким большим количеством пожаров? У нас, в принципе, в этом году достаточно сложные природные условия. Малоснежная зима, ранняя весна, высокие температурные режимы, которые не характерны. У нас в этом году зафиксирован первый лесной пожар 14 апреля. Это, в принципе, не за последние 8 лет, вот того времени, пока я веду статистику личную, у нас такого не отмечалось. Обычно в мае начиналось. Количество лесных пожаров обуславливается, как я говорил, природными катаклизмами, можно так сказать. Это теплая солнечная погода, ветровые нагрузки очень сильные. У нас практически каждый день приходят метеопредупреждения по усиленным ветрам. Ну, естественно, человеческий фактор. Если прошлые года у нас достаточно благоприятные погодные условия были, перемежались дождь, солнечная погода, подсланник, трава сухая, все время смоченная была, возгорание таких шибко не фиксировалось, то в этом году у нас, если возникает возгорание при ветреных нагрузках, быстрое распространение, большие увеличения площадей горения, и, в принципе, как говорится, пока обнаруживается пожар, уже достаточно большая площадь, что затрудняет его тушение. Вот, в принципе, я так думаю, что человеческий фактор тоже говорит, ведь любое возгорание — это огонь у нас не появляется сам по себе. Это вина человека в любом случае. Алексей Анатольевич, не только, наверное, антропогенный фактор, да, то есть не всегда же люди виноваты. Вот все-таки основные-то причины. Кто-то говорит, что там, не знаю, там стекла от бутылок там и так далее. Вот все-таки в чем причина? Кто поджигатель? Почему горят? Основная причина всех пожаров возникших – это либо неосторожное обращение с огнем, либо доступ открытого огня в лесные массивы от неустановленных лиц. Вот, в принципе, та из причин, которую у нас выставляют по всем лесным пожарам. Так как установить виновника происшествия, как правило, не представляется возможным по факту, то у нас по материалам проверок возникают отказные материалы. На нашей территории поджигателей явных не ловили. На Усольской территории был задержан уже один поджигатель, но этот человек уже на особом контроле, у него справка из ПНД, потому что он неадекватный человек. Задержали, естественно, провели профилактическую беседу и отправили домой под присмотр родных и близких, чтобы он больше что-то не делал. У нас, в принципе, для недопущения подобных ситуаций также организовано патрулирование на всех территориях, как и федеральных, так и городских лесов. Работают патрульные, патрульно-маневренные группы, которые именно выявляют тех нарушителей, которые зажигают огонь в условиях особого противопожарного режима, который действует у нас на территории Иркутской области, привлекают к административной ответственности. Не секрет то, что есть примеры, когда с садоводческих, некоммерческих участков выходил огонь. И это вот на территории Усольского района в прошлом году у нас был пример. И сгорали несколько частных домов садоводческих, и были угрозы перехода на территорию лесных пожаров. Мы, как администрация, в рамках своих полномочий осуществляем контроль. И наша основная задача — не тушение лесных пожаров. Для этого существуют специально созданные службы, как федеральные, так и областные. Наша задача – это профилактика. Наша задача – недопущение перехода лесных пожаров на населенные пункты. Сколько, скажем так, вот... Сколько леса уже сгорело, скажем, да, какие-то цифры? Ну, на сегодняшний день у нас сейчас ничего не горит. В течение уже 3 дней, даже 4 получается. Сгорело у нас на территории Ангарского городского округа 1373 гектара по официальной статистике. Это очень большая цифра. Было зарегистрировано 12 лесных пожаров. Из них 2 на территории городских лесов зарегистрировано. Если брать статистику прошлого года, то у нас в прошлом году за пожароопасный период было зарегистрировано всего 2 лесных пожара на общей площади 11,5 гектар. То есть рост, сами видите, в разы.
В адрес администрации звучат, скажем так, обвинения, да, за ненадлежащее тушение федеральных пожаров. Ну вот как прокомментируете ситуацию? Мы, как администрация, не занимаемся тушением пожаров в лесах федерального фонда. Наша задача – это организация взаимодействия, организация помощи, если такова необходима, если не справляются службы нашего Министерства лесного комплекса на месте пожаров. Ну, как показал ярко последний лесной пожар на лыжно-биатлонном комплексе, у нас от администрации там присутствовал и мэр, и председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям. Был организован подвоз инженерной техники от Ангарского водоканала, был бульдозер задействован для опашки. По инициативе председателя КЧС на селекторном совещании, которое у нас проводились в ходе тушения пожара, была затребована дополнительные силы и средства от агентства лесного хозяйства, ну, Министерства лесного комплекса они теперь называются. И, в принципе, реагирование как муниципалитета на тушение всех федеральных пожаров, я лично на каждом присутствую. Вот за те 8 лет, в принципе, все лица, которые занимаются тушением, знают нас в лицо, как администрацию. Мы всегда на месте, мы всегда запрашиваем дополнительные силы и средства, если это необходимо, осуществляем координацию. В принципе, со стороны муниципалитета выполняется весь комплекс необходимых мероприятий. И я так думаю, что некоторые обвинения в наш адрес, они просто беспочвенны. В силу своих полномочий муниципалитет делает то, что ему положено. А тушением должны заниматься те, которые имеют силы и средства, которые имеют специализированную технику, которые у нас занимаются подобными действиями, так можно сказать. Ну, не могу не спросить о торфяных пожарах, потому что действительно вот многие годы, да, скажем так, Ангарский округ не знал проблем с задымлением от торфяных пожаров, потому что и меры были приняты на уровне муниципалитета. Но вот все-таки сегодня, да, в этом году мы столкнулись с тем, что пожары возобновились. Вот почему, с чем это связано? Ну, проблема торфяных почвенных пожаров, в принципе, у нас существует, так как на территории Ангарского городского округа, в частности, на территории города Ангарска, у нас есть значительные залежи торфяные. И эта проблема существовала многолетняя. После того, как органами местного самоуправления было принято решение о создании специализированной бригады для тушения торфяных пожаров, было разработано муниципальное задание, на основании которого проведен конкурс. И сейчас на основании контракта ежегодно в последние 4 года у нас заходит бригада, которая осуществляет патрулирование, которая выявляет торфяные пожары, которые у нас своевременно на малых очагах и площадях ликвидацию торфяных пожаров производит. В этом году, как следствие, опять же, тех же погодных условий, на территории бывшего ООО «Тепличное», также запускались у нас травяные палы массированные, под которыми расположены те самые торфяные отложения. Возникло горение верхних слоев торфа. Вовремя было все выявлено. Наша муниципальная бригада выехала, отработала. Также силами Ангарского водоканала была предоставлена инженерная техника. Этот торф был потушен. И, в принципе, сейчас, как вы можете наблюдать, запаха торфа у нас нет. В принципе, своевременно отреагировали. И если бы торф ушел вглубь, горение торфа ушло на большие, как говорится, глубины, тогда бы пришлось уже привлекать большее количество сил и средств и привлекать специализированную пожарную технику. Здесь же мы справились, как говорится, в силах муниципальной власти, не привлекая федеральную составляющую. Ну, что бы вы сказали нашим телезрителям, да, вот, пожалуйста, обратитесь к ним напрямую, да, вот какой призыв? Мы уже неоднократно озвучивали, в том числе через вашу телекомпанию. Хотелось бы сказать, все-таки будьте внимательнее. Если вы видите людей, которые поджигают сухую растительность, незамедлительно, в обязательном порядке, по-любому, из телефонов экстренных служб, начиная с 0102, 112, наша служба 088, в любом случае передавайте сообщение, место где. Если есть такая возможность, если вы взрослый, пресекайте подобные деяния. Если вы задержали правонарушителя, обязательно передавайте его правоохранительным органам. У нас, в принципе, были уже прецеденты, то, что задерживали в ночное время людей, которые там костры разводили в условиях особого противопожарного режима, что грозило возгоранием сухой растительности. У нас от горения сухой растительности были пострадавшие лица без определенного места жительства. Поэтому просьба очень большая
мало того, что быть бдительными, мало того, что при выявлении каких-то задымлений, выявлении каких-то возгораний сразу же передавать, но, естественно, пресекать. Ну и очень большая просьба, сейчас у нас наступают летние каникулы, дети остаются без присмотра. Мы, конечно, надеемся, то, что в силу таких погодных условий у нас уже пожароопасность снимется к началу летних каникул. Но все равно дети без присмотра, а дети с огнем, это, сами понимаете, опасная штука. Поэтому очень большая просьба. Алексей Анатольевич, но почему, несмотря на всю эту ситуацию, да, вот режим ЧС не вводится? Режим ЧС объявляется в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации. Есть определенные критерии. И вот режим чрезвычайной ситуации в лесах, это отдельный пункт, прописано то, что при возникновении почвенных наземных пожаров больше 200 гектар и горение более 2 суток, это уже вот объявляется режим ЧС. На территории Иркутской области у нас пока таких масштабов не достигалось, за исключением некоторых отдельных районов. Боханский, например, там режим чрезвычайной ситуации был объявлен буквально несколько дней назад. А у нас же здесь, в связи вот с ветровыми нагрузками, в связи с тем, что были федеральные пожары на территории Ангарского городского округа, мы перед выходными объявляли режим повышенной готовности. Это тоже один из режимов функционирования перед режимом чрезвычайной ситуации, когда все руководство, все переводится в режим круглосуточного дежурства, осуществляется постоянный мониторинг, информирование, ну и все вытекающие отсюда последствия. Алексей Анатольевич, ну мы говорим об Ангарске, да, все-таки в целом в Иркутской области ситуация просто катастрофическая. Вот какова сегодня картина, да, сколько гектаров огней и какая техника применяется для тушения? Ну, применяются ли те самые вот самолеты Би-200? Ну, по всей Иркутской области у нас тяжелая авиация, насколько я знаю, не применялась. В некоторых районах использовались вертолеты Ми-8, поднимались для тушения лесных пожаров. Авиационная техника в основном используется в зоне авиаохраны. Это в труднодоступной, гористой местности. А когда вот южные районы, они у нас плотно заселенные, здесь используются в основном путем наземного патрулирования, путем наземной техники тушения. Основные способы защиты и ликвидации лесных пожаров – это когда выявление очага, это его локализация, опашка и прекращение горения внутри опашки, как основные способы. Поэтому авиация, ну, используется тоже по указанию руководства Иркутской области. Ну, расскажите, как вот волонтерский корпус, принимает ли участие в тушении пожаров? Что здесь? Добровольные пожарные дружины у нас сформированы. Mm-hmm. У нас есть добровольная пожарная дружина на территории ОГО. Она включает 3 отделения, про это мы уже рассказывали сегодня. А именно волонтерское движение, ну, как случилась беда, отворяя ворота, да, и народ всегда в набат стучал, и все присоединялись, всем миром тушили. В любом случае, как говорится, помощь народу, она нужна. А в этот раз показалось, что волонтеры у нас были на пожарах, но немножко, конечно, обидно, что эти волонтеры были иркутяне. Они организовались в группу через социальные сети. На собственном, как говорится, энтузиазме закупили некоторые даже пожарно-техническое оборудование, это ранцевые лесные огнетушители. И, в принципе, оказали достаточно серьезную помощь, я так считаю, не в тушении, потому что тушить они без особой подготовки не могут, а именно в охране кромки пожара, в охране садоводств, населенных пунктов, своевременной передачи информации. То есть это тоже немаловажно в условиях тушения пожара. Алгоритм действий волонтеров, да, вот сейчас мэр Ангарского городского округа озвучил, что необходимо создать на территории, дал соответствующие команды отделам администрации. Через ЕДДС мы будем создавать единый, как говорится, орган управления, потому что любое волонтерское движение все равно должен быть единоначалие. И чтобы кто в лес, кто по дрова не ходил, было четкое понимание, четкое руководство на месте тушения пожара. На месте тушения пожара занимается руководитель тушение пожара, как-то так называемое, который знает, куда направить людей, где есть критические места, где нужна поддержка, где нужны дополнительные силы, без существенной, как говорится, нагрузки и угрозы. Потому что волонтер в лесу, он может зайти, не зная куда, а пожар — это такое дело, особенно в наших условиях, при смене ветра он может минут за 10-15 окружить и окажетесь в очаге пожара. Поэтому надо всегда, чтобы было под единоначалием. Ну и мэр, как говорится, дал команду, то, что для обеспечения волонтерского движения у нас на базе моей службы будут проводиться конкурсные процедуры, будем закупать вот специализированные ранцевые лесные огнетушители для оснащения волонтеров. И в случае необходимости своевременно для обнаружения в малых очагах может и волонтерское движение, потому что своевременное оповещение о начале пожара – это очень важно.
Ну что ж, действительно, проблема невероятно актуальная, да, но будем надеяться, что в скором времени удастся ее наконец-то решить. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо, до свидания.